А тело промахнулся при попытке вмазаться белым. Теперь он стал всего лишь дохлым, тощим волчьим телом. И не его собачье дело, кто отныне вожак. Шакал, Шерхан или такой же, как он самый шаг. Один неверный шаг, и ты уже фабричный брак. Конфетный фантик в мусорном ведре среди обрывков бумаг. Маг для единиц, шарлатан для миллионов. И все смеются над твоей короной из картона. Человеческий детеныш, уйми свой гонор. Пойми свой товар, стихами и музоном не сгонишь с трона. Не трать патроны на броню, которая ни почем снаряды. Не надо, если не хочешь превратиться в падаль. Посмертные награды, это мечта идиота. Лучше на банкноты обменяй свои слова и ноты. Живешь среди животных, перестань быть человеком. И засунь поглубже свое эго. В твоем паспорте фотка с потерянной страницы красной книги. В этих джунглях выживают только менты и барыги. Толстая кора, деревья, без бетона глушит крики тех, кто даже в клетке пытается остаться диким. В паспорте фотка с потерянной страницы красной книги. В этих джунглях выживают только менты и барыги. Толстая кора, деревья, без бетона глушит крики тех, кто даже в клетке пытается остаться диким. На самом деле этой песни нет, она твой глюк. Если ты не один, спроси, слышит ли ее твой друг. Что он кивает головой, не верь ему, он врет. А если не врет, то значит его тоже прет. Так вот, на самом деле Noize MC — это поп-проект. Среди того, что я исполняю мною написанных песен, нет. Хватит обвинений в плагиате. Не ко мне предъява, все вопросы к моему композиторскому составу из 10 человек, написавших в том числе и этот трек. Я-то чё, я даже не знаю, где тут кнопки play и рэк. Кстати, читаю рэп и пою, тоже не я. Все это делают другие люди за меня. Все это брехня и бред, типа бедный студент. Конечно, нет, у меня на руках контрольный пакет. Акции ебаного Газпрома, мой батя из Белого дома. Его фамилия по-любому, любому из вас знакома. Мое слово гроша ломаного не стоит, забей на меня. Я обсуждения не достоин, козел, не блей на меня. Говна не лей на меня, я хуже, чем ты сказал про меня. Но я бы и рубля на твое одобрение, бля, не променял. Что бы я там ни сказал, я гнал. Что бы я ни написал, я вру тебе. Я хочу, чтобы ты знал, я лгал. И сейчас еще раз хорошенько наебу тебя. Что бы я там ни сказал, я гнал. Что бы я ни написал, я вру тебе. Я хочу, чтобы ты знал, я лгал. За языком не слежу, чешу, брешу и пижу. Баранов бешу тем, что не гружу их, а просто над ними ржу. Я гороховый шут, мой юмор тупой, просто шут. Ну нахуй ты слушаешь это, я ж тут тебя не держу. Слишком много стёба, слишком много мата. Чё хуёвый рэп у меня, блять, иди слушай свой пиздатый. Не морщи лоб, не прет, просто нажми на стоп. Сотри все мои mp3, что скидывал себе на комп. Отдай мой диск папе, пусть тачки на лобовухе повесят. Чтоб менты стали его останавливать чаще раз в 10. Взломай мой сайт, чтоб люди больше не качали песен. Я все равно буду весел, матерясь как красная плесень. В 3 ночи позвоню, разбужу всю твою родню. Буду гнать хуйню еще хуевей хуйни, которую сейчас гоню. Положишь трубу, нажму на редайл и продолжу фристайл. Так и будет, сука, так и знай, так и знай. Ни один из моих текстов на правду даже не похож. А ты не врешь? Конечно, вру, ядрёна вошь. Из 2 слов, что я сказал, 3 чистой воды пиздёшь. И это тоже наглая ложь, ложь, ложь. Ни один из моих текстов на правду даже не похож. А ты не врешь? Конечно, вру, ядрёна вошь. Из 2 слов, что я сказал, 3 чистой воды пиздёшь. И это тоже наглая ложь, ложь, ложь. Самолюбие скрупио будет на болт загублено. Словит бубен и на ринге сляжет в полном отрубе. Он пищу грубую не сможет ковать пастью без зубы. Медсестра, принесите супа для этого трупа. Его стайл конвертируем, как индийская рупия. Он с текстами возится, когда он с кубиком Рубика. У меня впечатление, будто судебной гоблины. Вместо противника мне досталась дырка от бублика. Даже хейтеры мои. Скубио, сак мадик, я уже на месте. Таксист утулов в затылок, чтобы быстрее ездил. Притормози у парадной, падла, вот твои бабки. Тут не хватает десятки, заткнись, тряпка. Поднимаюсь на площадку, звонок трезвоню. Аж руки чешутся, как хочется продолжить бойню. Притормози у парадной, падла, да я перепутал. Извините, пожалуйста, что за пута? Пута — это, короче, по-латински значит сука. Он отсюда вылез, из меня руку сбил. Поэтому я читаю сейчас хуёво. Мне придется снова выходить на фристайл по-любому. Хреново получается, ладно. Такое иногда бывает не без сада. С точки зрения чьей-то это слушается, но получается гораздо лучше, чем говно, которое вы тут слушали примерно треков 50 назад. Поцелуйте мой зад. Я не виноват, что этот даун вылез сюда. Да, я его знаю, он даже иногда пишет мне текста. Его зовут Кислицкий Александр, если кому-то надо. Короче, ладно.
Не буду больше никого по именам я перечислять. Что еще сказать? Охуительная рифма, слово блять. Моя любимая рифма. Заканчиваются снова гитарные рифы. Они закончатся совсем скоро, примерно минут через 40. Кайфово, меня снимают даже на этот фотоаппарат. Я не сказал бы, что я этому очень рад. Снимает меня не то чтобы моя сестра, но девчонка, которая мне уже почти что жена. Я сейчас прямо в объектив читаю этот речитатив. Он слишком строптив, возможно, для тех, кто слушает это с последних рядов. Все я сказал, это было последнее из всех моих слов. Не последнее, но все же. Я бы хотел видеть довольные рожи в этом зале, которые здесь стоят сейчас. Ганджубас — это очень вредно, особенно для дыхалки. Кидаю здоровью новую палку. Ебу его очень жестко. Делаю это для всех подростков и отморозков, которые стоят сегодня у сцены. Не пытаюсь набивать себе цену. Большой привет, хип-хоп.ру. Noise MC! Итак, Юсап, Noise MC in the house. Специальный репортаж для Hip-Hop.ru TV. Hip-Hop Beat of God Alive. 18 марта. Noise MC. Прямо здесь, а там кричат Дуня, Дуня, Дуня. Итак, впечатление от своего выступления. Впечатление. Я задыхаюсь еще хуже, чем дельфин на песне «Дверь». Вот. Надо работать над собой, надо заниматься спортом, бегать по утрам и не пить алкоголь и не курить наркотики. В общем, это мое понятно, завещание всем, кто слушает. Завещание на будущее, говорится. Завещание обычно люди пишут уже перед финальным этапом жизни. Но Noise MC, я думаю, еще порадуют нас своими треками. Может, ты расскажешь о своем альтернативном проекте? Да, у меня есть альтернативный проект, группа «Противоганс». Там я ебашу на гитаре, в это время читаю и гораздо меньше прыгаю. И поэтому, наверное, не так задыхаюсь. Вот. В общем, я недоволен своим выступлением. Надо было это лучше подготовить. Но в целом, народ, конечно, классно реагировал, и мне это очень понравилось. Но если все недоволен, ему стоит поработать над своими ошибками и стать еще более профессиональным. Хотя я, в принципе, был довольно впечатлен его выходом на сцену. И еще небольшой вопрос. Кого бы ты смог выделить из участников батла? Из участников батла? Рыбака и Дуня, конечно, хотел бы выделить из участников бэтла. Вот. Маэстро Эйсид и так, в общем-то, давно уже является признанной фигурой в отечественном хип-хопе. Поэтому, я думаю, мои респекты не добавят ему дополнительных баллов. Итак, я напоминаю, Noise MC дошел до полуфинала 6-го официального баттла, а также получил приз зрительских симпатий. Батла 6-го официального батла Hip-Hop.ru. Так, Noise MC in the motherfucking house. Мы продолжим наш репортаж немножечко позже.